Вот Россию не хотят на Олимпиаду пускать. Как вы думаете, почему? Ну, это, мне кажется, просто политические какие-то игры. Все. Не знаю, из-за допинга, наверное. Ну, я думаю, допинг все-таки был не на пустом месте. Так уж вроде уже пустили. Ну, не всех, по крайней мере. Ну, я думаю, справедливость все-таки в этом есть. Если ты нарушил, значит, надо за это отвечать. Допинг употребляется везде, всеми федерациями. Может быть, наша федерация просто где-то прошляпила. Скорее всего, из-за того, что это произошло употребление мельдони. Потому что у нас очень плохо работает фармацевтическая промышленность. И, собственно, ребята действительно прокололись на допинге. Думаю, что его использовали многие спортсмены, не только наши. Но из-за того, что такая ситуация, ну, особое отношение к нашим спортсменам. У нас просто экономят, так скажем, на допинге, на спортсменах. Китайский допинг, например, ничем пока не раскрывается, но при этом результаты они показывают замечательные. Именно из-за допинга или из-за чего-то еще? Нет, это политика. Это все политика, все мир, кроме Средней Азии, все на России против. Санкции? Они боятся русским, поэтому так. Ограничивают во всем в России. Перекрывает воздух. Политика. Политика это. Не нравимся мы Европе. Не знаю, боятся вид. Америка не хочет, наверное. Я не считаю, что это политические какие-то игры, это действительно допинг. Политика, она везде сейчас присутствует. То есть исключить этого нельзя, конечно. Но 50-50, так сказать. Тут спортивные есть моменты, политические, конечно, тоже. Наши спортсмены не хотят на Олимпиаду пускать. Как вы думаете, почему? Правильно, не пусть допингом не пользуются. Ну, я думаю, у других стран тоже допинг есть, их же не запрещают. Политика, вот я бы сказал, пусть бы наше государство не лезло никуда. Я даже не знал, что не хотят, если честно. Россию не хотят на Олимпиаду пускать, как вы думаете, почему? А что там делать? Вон свои помойкам лазят, а они Сирии помогают. С какого бога? Я считаю, что то, что вот решение, которое на сегодняшний день принято, я считаю, что оно правильное. Не хотят пускать? Не хотят. Ну, потому что у нас сильные спортсмены. Сильнее всех и увереннее всех. Наши боятся вообще спортсменов, потому что у нас довольно-таки сильные все, хорошие. Поэтому боятся конкуренции, скорее всего, только из-за этого. Может быть, какие-то пользуются моментом, что там можно и политически. Смотрите, телевидение все скажут.